Charlie wanted us to keep on sleep on the place that we're сегодня поговорить с вами о том, как некоторые блогеры привлекают внимание к своему каналу. И недавно получили комментарий от нашей зрительницы о том, что переименуйте название видео в смысле того, что пускай это будет что-то такое, что будет привлекать внимание очень сильно. Смотрели его. Что как можно больше народу, да, клюнуло? То есть, что типа там супер-мупер там и вот это вот все, вот это дело. В Я в шоке. Открываю секрет. И называйте канал, называйте свое видео более хайпово. Как разбогатеть за один день. Такого плана. И вы сможете привлечь больше внимания к своим видео, чтобы просмотров будет больше. Как отопить курятник бесплатно. Да. Бредятина такого плана. Вот, и мы хотели поговорить с вами на эту тему. Вы знаете, это несложно делать, это очень просто. В общем, вы сами знаете человеческую психологию. И, в общем, на что клюют, да? На какие-то семейные разборки, на какие-то разборки несемейные. Я все сказал соседям, понимаете? И тут же все будут... Камера упала. Я не видел, Саша. Кронштейн отвалился у нас. Попробовали, кое-как закрепили, посмотрим, что получится. Но, ладно. Вот, закончили на том, что, я разобрался с соседями, наконец-то я кого-то там это дрюкнул. Вот это всегда будет пользоваться спросом. Живой пример, представляете? Прискорбно от такой мысли, да, что люди ведутся на всякую ерунду, но, к сожалению, так происходит. Но самое главное, что видео, они названы, и заставка идет, не отражающая реально содержание видео. Да, видео про другое, получается. Вы поймите, вот смотрите пример, да, Саша поехал, допустим, за инкубационным яйцом, да? Да, можно было. И не получил его. Так получается. То есть накладочка какая-то. В прошлый раз что случилось? Машина на таможне была не растаможена, не пропустили. Да. Вот, кстати, название для ролика. Ехать для следующий день. Какое, скажи нам? Вот смотрите, можно это видео назвать там, да? Например, что задержка с поставкой яйца. Оплата стоимости транспортных расходов выросла вдвое. Значит, яйцо вдвое дороже, вы два раза мотнули за ним. Например, это будет истинное содержание видео, которое можно записать. Что относится к чему? К тому, что яйцо может вас стоить столько-то, а может и в два раза дороже из-за каких-то накладок от вас независящих. Имейте это в виду, что такое бывает, если собираетесь заниматься, допустим, продажей инкубационного яйца. Например, это первое, да? Это будет отражать все содержимое видео. Но как можно назвать его? Муж остался без яиц. И как вы думаете, какое из этих двух видео наберет больше просмотров? Все люди, видящие такое название, а еще какая-нибудь картинка, знаете, когда он будет сидеть там, держаться руками За голову. Вот так а вот. Лучше и не за голову, понимаете? А еще где-нибудь какая-нибудь тряпка красная на полу должна валяться, типа как кровавая. Вы просто сорвете кушать. То есть миллион просмотров у вас будет. Ребят, вам не кажется, что это неуважение к вам? К вам, в первую очередь. Вы тратите свое время на то, что открываете это видео и видите какую-то фигню, не соответствующую названию. Понимаете, о чем мы говорим? Открываю секреты, как вырастить бройлера за 2 дня до 2 килограмм. И все тут же реагируют. Какое вот последнее, мы с тобой удивились, даже название, ты вчера мне говорил об этом. Помнишь, смотрел? Нет. Ребят, реагируют на это. Мы понимаем, что это очень даже тема, вот так развивать свой канал. Но мы не хотим этим пачкаться. Мы хотим сохранить свое имя, как людей, которые не пытаются вас искусственно заставить смотреть свои видео. Мы хотим, чтобы вы смотрели нас, потому что мы для вас полезны и интересны. Мы небольшую серию сделаем такого эксперимента социального. Да. Вот несколько составочек мы напишем с такими хайповыми названиями, да, посмотрим, что это, как это отразится на просмотрах. Боюсь, что первые пришедшие на это видео люди подумают, что мы дебилы. Мы дебилы, бесспорно. Но это самое, как эксперимент интересно будет.
мы посмотрим с вами, какие из видео, которые более полезные с реальным названием или которые бесполезные, но имеют хайповый какой-то заголовок и заставку. Это очень важно. Когда вы открываете видео, вы смотрите в первую очередь на заставку и на то, как называется видео. Понимаете? То есть некоторые товарищи любят интригу, некоторые любят совершенно параллельное название. Параллельное, понимаете? Помните, у нас было видео, называется «Муж сменил пол», да? Да, вот один раз мы попробовали, так скажем. Это тоже не совсем то же самое, потому что любой здравомыслящий человек, открывающий это видео, понимает, что это не «Муж сменил пол» с мужского на женский. Ты понимаешь, игра слов иначе. Здесь просто. Это да, это немножко такая вот игра слов. Но если мы скажем, например, что... Про яйца. Про яйца? А, допустим, да. Как от 20 кур получить 30 яиц в день? Мы расскажем вам сейчас. Открываем секрет. Да. Вот такого. Вы знаете, даже вот каналы, которые мы смотрим, уж злоупотребляют частенько сильно. Такими. Сильно. Уже даже немножко это становится не смешно, так скажем. Вспомнила название видео, которое меня прям вот очень радует всегда. Это, знаете, да, вот эти женские каналы с миллионами подписчиков. Как за 2 недели убрать морщины с лица? Расскажу, если наберу 150 тысяч лайков, я расскажу вам, как убрать морщины со всего остального тела за 2 недели. Знаете, пока Березовский жил и он был лысым, я не поверю в лекарства от потери волос, понимаете? Не бывает такого, что вы за 2 недели избавитесь от морщин. Этого не бывает. Но миллион человек посмотрело о том, как это надо сделать. Мама родная. А куда мир катится, я не понимаю. Вы откровенно видите заставку с откровеннейшей чушью. Вы знаете сто пудов, что это чушь. Я надеюсь, что половина людей из этого миллиона открыли эту заставку, чтобы просто посмотреть, что за чухню им пытаются впарить под эту дудку. Понимаете? Этим занимается... Да, мы же так тоже смотрим. Да. Просто ради интереса посмотреть. Ага, мама. Что ж здесь стирает? Какую очередную дичь стирает в этом ролике? Вот из-за этого только. Ребят, не ведитесь на эту фигню. С этим же тоже связано видео, которое рассказывает вам сказки. О том, как вы можете без потерь, без затрат, совершенно без каких-либо, вырастить птицу безумного размера, абсолютно чистую и только на натуральных кормах. Такого не бывает. Вот, но этого не бывает, вы поймите. Нет, почему? Если потому это что идея, этого не бывает. Кросс-хайбрид-конвертер. То что? То, что можно. На зерне. С первого нет, дня. Нет, на зерне нет. Чистую индейку получить. Нет, мы без не про потерь. Зерно говорим. Мы говорим, что без стимуляторов можно. Без стимуляторов роста, но при этом ПК-5, она жрет с антибиотиком. Да. А, ну ты об этом, если... Я говорю о том, что люди рассказывают сказки. А, ну да. Откровенные, абсолютно четкие. Не, что не вы сказки, купили 20 сказки. Яиц, вылупили 20 индюшат, ага. Все 20 у вас выжили и кормите их исключительно зерном. Нет, не зерном, конечно же. Есть каналы, допустим, деревенские, да, которые выращивают индейку и говорят там, что вот мы растим индейку без антибиотиков, без всего такого, да, значит, но кормят комбикормом. Причем по КП-5 там до довольно-таки большого возраста, там до 2 месяцев, скажем, да. Ну так там же содержатся антибиотики, так что вы зря говорите, что вы кормите без применения лекарственных препаратов. Да, в меньшей степени, но содержится. Понимаете, как получается? Чуть-чуть лукавство. Да, чуть-чуть лукавство такого, как бы незаметно. Ну, на самом деле, каждому свое, конечно. Просто вот этот комментарий девушки, он немножко нас вот в этом смысле, как, зацепил тем, что, ребят, мы умеем это делать, это легко делается. Выцепляешь какую-то конкретную фразу из общего контекста, обыгрываешь и переворачиваешь, как то, что может быть интересно людям. А что людям интересно? Подритузная возня. Что-то касается, что кто-то у кого-то когда-то сдох. Да? Вы заметьте, да. Видео кем, о том, кто-то сдох. Кто с кем в контрах. Кто с кем, да, скандалит или еще что-то с соседями. Я, муж меня опять сделал это со мной. Маску из-под клубники нанести на морду, что он мне все лицо разбил. Во, хайповый ролик будет. А оказывается, он опять сделал это со мной, почистил курятник. Но фраза-то из контекста может быть выдрана любая, понимаете? Миллион вариантов. Кто кому рожу разбил. Что еще интересно? Интересно всякие сиськи-письки. Вот эта тема 15-летнего уровня подростка, вот это очень интересно. Ой, вообще, у чужих в штанах поковыряться, это завсегда у нас общество сильно любит. Еще что интересно,
открываю секреты. Только я и только сегодня, и только вам, и только по секрету я расскажу о том, как из одной курицы можно приготовить первое, второе и компот. Вот это будет пользоваться спросом. Что еще у нас очень интересно? Наконец-то я расскажу вам все. Открою тайну бытия. Вот это интересно. Ну и как избавиться от морщин на жопе, когда тебе 84 года, это тоже хайповый тема. Я познал, в чем смысл жизни. Сейчас я расскажу об этом вам. И деньги. Деньги интересны. Как я стал миллионером на трех курицах-несушках. За два дня. Какие деньги колоссальные я заработал на выращивании индюка. Практически все видео, которые мы видели по этому поводу, говорят только об одном всегда, что человек не умеет считать. То есть человек просто показывает свой диплом, где у него на строке математика стоит 2. Как говорил мой учитель физкультуры, как только ты научишься считать деньги, можно бросать школу. Так вот, все эти люди походу подумали, что они умеют считать деньги, и бросили школу. И поэтому, когда у вас складывают 2×2, получают 8 и считают, это чистая прибыль, я заработала там или заработал. Ребят, ну вы хоть не позорьтесь, что ли, я не знаю. Но мы же все люди адекватные. Самое плохое, что при этом эти видео смотрят наивнейшие товарищи, которые возьмут 100 тысяч рублей в кредит, захотя заработать 700 тысяч через месяц. И вот они имеют свойство, за счет того, что они не очень дальновидные и умные, поверившие в таким вот блогерам, влетят, откровенно говоря. Может быть, они того и заслужили, конечно, но я не знаю. И вы должны всегда помнить, что сыр, он в мышеловке бесплатно, в мышеловке. И когда вас заманивают этими звонкими, громкими названиями, думайте, на что вы тратите свое время, просматривая такие видео. Не надо очень сильно, на наш взгляд, хлопать в ладоши, когда вас реально обманули на заставке и на названии видео. Короче говоря, подытожим. На просторах Ютуба, как оказалось, вот знаете, окунулись сами вот в эту тему, и только изнутри уже мы видим, понимая процесс сам производства видеороликов, контента, монтажа, съемки и так далее, еще очень на любительском начальном уровне, но мы уже видим, что, ребята, на Ютубе столько Мюнхгаузенов, одного мы уже про одного рассказали, да? Так он мальчик по сравнению с некоторыми другими. Но мы не хотим просто опять эту тему поднимать, ругаться с коллегами там, да, со своими, так скажем. Но мы вам просто пытаемся намекнуть аккуратно, что анализируйте. Отделяйте зерна от плевел. Это законное право ваших мозгов отбирать одно от другого. Анализируйте, да, что вам показывают. Там даже, я говорю, не надо никаких суперспособностей умственных. Просто смотрите ролики и понимаете, что в этом вам говорят одно, хотя полгода назад снимали ролик, говорили другое и показывали третье. И, в общем, и там показывали, скорее всего, не свое. Что человек, да, вообще противоречит сам себе. Понимаете? Хочу добавить со своей стороны, со стороны в данном контексте именно блогера, что засоряя эфир, видео, которые имеют хайповые этикетки и названия, совершенно не соответствующие реальности, засоряя эфир Ютуба видео, в которых вы откровенно врете, пытаясь хайпануть на какой-то теме, нулевые, раздув ее до чего-то очень серьезного или наврав людям, открываем мы секреты, рассказываем тайны, а это не тайны, и это не секреты. Вот засоряя вот этими видео эфир, вы мешаете людям реально верить нам, как блогерам. То есть они не будут смотреть видео, которое действительно донесет до них очень полезную информацию, просто потому, что они, во-первых, потратят время на ваши нулевки, а во-вторых, они просто не верят и правильно делают зачастую. То есть не поверив 5 блогерам уже до этого, ты 6-му не веришь. Это автомат. И вы как раз, вы просто мешаете, что называется, говорить другим людям, доносить правду. Реальные проблемы, реальные сложности, какие-то действительно болячки, задачи, воспаленные места. Мы не сможем вам это рассказать. Вы потратили время на то, как вырастить бройлера за 2 дня до 70 килограмм, понимаете? Вы уже свое время на это потратили. Мы не хотим быть именно тем шлаком, который засоряет ваш эфир.
Поэтому мы не пользуемся такими вещами, мы не пользуемся такими заставками, мы не пользуемся такими вот переворотом вот этих вот фраз, понимаешь? Я могу вам говорить, каждое видео можно назвать как? Вот у нас каждое видео можно назвать «Новое открытие в выращивании бройлера». Следующий момент. Заговор комбикормовых заводов, да, против человечества, там, угу, вас травят, там, угу, да? Или посмотрите, это секретный компонент этого комбикорма. Если ваша курица желтая, может быть, у нее гепатит? Да. Вот ну хрень собачья, вы же должны это понимать. Но это соберет почему-то больше. Можно перевернуть любую тему так, что это будет вкусно. Как бы вкусно, да? Любую тему. Но это будет по отношению к вам неуважение. Но если вы хотите видеть интересное и правдивое видео, которое вам в первую очередь даст возможность уменьшить затраты, не попасться на какую-то подделку, даст вам возможность то же самое усовершенствовать ваше сооружение, курятники те же самые, которые помогут вам выращивать здоровую, хорошую птицу, чтобы вы не натыкались на какие-то проблемные моменты, или чтобы вы не верили в сказки, которые, может быть, они недействительные, неправда. Вот именно для этого, вообще, на мой взгляд, есть смысл создавать канал, который будет что-то вещать. Ну, к нам, кстати, у меня тоже есть претензии. Да, к нам, мы вообще... Мы достаточно кончили. Грустные люди. Мы видим во всем... Мы живем в неврозовых очках, поэтому у нас мы видим проблемы и ошибки жизни, которые зачастую выкладываем именно как проблемы и ошибки. Да, да, и нам вот здесь нас упрекнули тут как-то под каким-то видео. А про комбикорм. Зачем мне этот негатив смотреть? Нет, можно смотреть позитив. Есть детские каналы «Маша и Медведь», там сплошной позитив, не вопрос. Но если мы показываем видео о нашей жизни, мы скорее вам расскажем о проблеме, потому что когда у нас все зачепись и хорошо, вам что на это смотреть? Да. Ну, у нас все хорошо и все офигенно. Что вам смотреть? Вы что из этого видео вынесете, как вот видео о том, что у нас все чудесно? Вы за нас порадуетесь? Мы рады, но это не будет для вас полезно. А вот если есть какая-то проблема, если есть какая-то сложность, если есть какая-то то, о чем мы можем вас предупредить, вот это видео и будет полезным. Полезным. То есть вы там будете смотреть на мешках маркормы, есть написано крупка или гранула. Вы уже будете смотреть. Перепрошить мешок. Перепрошит или нет, на какую строчечку смотреть, вы смотрите. Да, и полезность этого всего, я вот, допустим, вижу, и ты, наверное, тоже, в том, что, может быть, мы все-таки производителя заставим более ответственно относиться к своей работе, да, и, наконец-то, как говорится, потребитель сможет повлиять на качество продукции, которую он приобретает. Да, в первую очередь, своим выбором или не выбором этого продукта. Ну, хотелось бы в это верить, не знаю, в нашей стране, наверное, этого мало. Вот опять я начинаю, видишь, в нашей стране. Да, мне многое не нравится в нашей стране, к сожалению. Да не в стране, понимаешь? Страна, понятие, это страна. В руководстве страны, вот так я сказал. В нашем направлении, экономическом, политическом, вот этом всем, мы многим очень сильно недовольны. Ну и мы вообще, вы знаете, очень сильно многим чем недовольны. Мы вообще всегда недовольны. Такие, знаете... Бабы-яги такие. Так что нечего у нас вообще слушать, смотреть, это сплошной негатив. Смотрите, как вырастить бройлера за 3 дня. Вот вам настоящая рекомендация. А на самом деле, ребят, смотрите, что вы смотрите. Вы поддерживаете то, что не надо поддерживать, своим ценнейшим вниманием. И не поддерживаете то, что стоило бы поддерживать. Понимаете? Мы сейчас не о себе. Но в любом случае, всего вам доброго. И спасибо за то, что вы у нас есть. Все на этом. Всем пока.